Сейчас мы все успокоимся, в том числе и Пуховка. Пуховка не любит всей этой шурхотни. Эй, аккуратно. Шух. Скажи что-нибудь сюда. Вот. Завершается 19-й год. Шел 2019 год. Шел к концу. Шел к концу. И это время подводить итоги, встречать Новый год, желать всем всего самого-самого обычного, загадывать желания, придумывать мечты, новые цели, новые достижения. И все вот это вот. Ну, в плане итогов у нас итогов немного. Хотя и не так уж мало. Ну как, итогов на самом деле целая куча. Потому что в этом году мы попробовали что-то снимать, что-то монтировать, выкладывать фоточки, не боюсь этого слова, в Инстаграм. И даже провели маленький опрос в Телеграм-канале. Целых 27 человек в нем поучаствовало, а может быть даже уже 30. Вот так. Вот. Вот. Сова попробовала себя в качестве, как сказать, актера маленького мини-сериальчика. Вот. И да, это самый популярный герой из всех здесь присутствующих. Конечно. Вот. Ну, в целом, да, для нас это был такой год начинаний. 20-й год, мы надеемся, будет годом продолжений. Продолжаем продолжать. Продолжаем начинать разные штуки. Вот. И да, близится завершение 19-го года и начало 20-го. Уже буквально скоро все случится. Сбудется, что снится. И, наверное, мы хотим пожелать в преддверии в этом видео пожелать всем тем, кто внезапно нас включил и смотрит, и тем, кто вполне себе запланированно включил нас посмотреть, пожелать исполнения мечтаний, пожелать новых идей, новых возможностей, новых устремлений, чтобы на это хватало сил. Вот я даже считаю, что не столько важно достигнуть цель, сколько важно, чтобы эти цели, во-первых, появлялись, а во-вторых, чтобы у человека были силы и возможности как-то двигаться по направлению к этим целям. Дорогу осилит идущий, и я желаю, чтобы вот у каждого были свои дороги и силы идти по этим дорогам в течение всего 2020 года. И дальше тоже. Ну и, собственно, да, дороги продолжаются. И еще одна важная штука, связанная с дорогами. Как известно, у нас есть расстояние, скорость и время. И эти три величины связаны неразрывно. И даже если у тебя есть силы и желание, не всегда хватает времени. Так вот, надо, чтобы времени тоже хватало. По крайней мере, на то, что считаешь нужным. А остальное все ерунда. Да, и мы хотим пожелать, чтобы вам всем хватало сил и времени на то, чтобы идти по своим дорогам, по своим путям, чтобы своим желаниям. И чтобы дорог всегда открывалось много-много-много, и хотелось и того, и сего, и этого. Выбор. Вот, сова, скажи что-нибудь. А, сова? Сова задумалась. Ты задумалась о путях? Скажи что-нибудь. Сова сказала свое совинное слово. Вот так надо сделать. Нет, все. Тихо. Воздух кончился. Все, во. Она готова поесть. Вот. Так что мы желаем вам всего-всего вообще, что вам самим желается, чтобы все, что вы загадали, исполнялось.
чтобы хватало сил и времени исполнить то, что не, само не очень-то исполняется, чтобы у вас были новые впечатления, новые ощущения, новые встречи, и чтобы все это приносило только положительные эмоции, чтобы эмоций отрицательных было поменьше, а побольше того, что вас радует, что вам кажется интересным, радостным, удивительным. И вообще, чтобы побольше удивляться в хорошем смысле. В хорошем смысле удивляться миру, восхищаться его многообразием, его удивительными свойствами. И при этом вот не расстраиваться, а именно такие удивления, связанные с восхищением. Вот чтобы это было почаще. И чтобы такие открытия были, наверное, тоже почаще. И впечатления такого плана были тоже почаще. Вот, сова пожелала примерно того же самого. Она добавила своих слов к этому всему. Есть у меня подозрение, что матных. Сова. Но это был мат на совином языке. Мы его запикаем. Собственно, он уже запикан. Вот. Ну и на самом деле, чтобы серая рутина будней не засасывала, не затягивала, и постоянно осталось место какому-нибудь празднику вокруг вас. Не обязательно же праздновать его только в Новый год. Каждый день может быть праздником. Ну нет, там будет еще старый Новый год, а потом Новый год по китайскому календарю. То есть больше, чем на неделю мы не загадываем. Да? Месяц по китайскому календарю в этом году будет, в этом, в 20-м, в грядущем году будет 25 важное число. Ого. Так что прям вот можно вообще... Загадываем прям основательно. Основательно, да. Собственно, год крысы начинается как раз-таки с 25 января. Это если кто там соблюдает эти самые символы. А пока у нас год совы. Ну, у нас год совы. У кого что. Вот. Ну, у нас, да, очередной год совы сменяется. Годом совы. Вот. Спасибо вам, что вы с нами, и мы надеемся вас видеть в следующем году, и даже, вероятно, возможно, мы надеемся видеть вас почаще в следующем году. Вот. И нас почаще видеть. И нас почаще видеть в следующем году тоже. Вот. Всем удачи и всем пусть в Новом году все сбудется, что вы хотели. Но останется место для того, чтобы что-то загадывать на следующий год. А это такая цепочка, она сбывается, и дальше ты понимаешь, что вот после этой ступеньки можно переходить на следующую. Оно подразумевает. Как известно, правильные ответы на правильные вопросы порождают только большее количество вопросов. Познание безгранично. Но ведь это так интересно. Именно. Сова, помаши лапами. Помаши лапами. Ну что же, запустили уже.